Всем привет, мои дорогие зрители! Решила вам такое видео снять интересное и сюда, и туда, где я нахожусь, на набережной. У нас сегодня встреча с девочками. Мы будем рисовать. Несу целую сумку кипятка. Вот, чай будем пить, кофе. Что душа пожелает. Такая замечательная погода. Чувствую себя очень хорошо. Чувства голода совсем нет, от слова совсем. Пить хочется очень много, пью очень много пью. А вчера что поела еще лосольную рыбу. Столько чая выпила вечером. И чай, и ромашку, и все. Слава Богу, после касторки, я вчера выпила с утра касторовое масло, чтобы прочистить кишечник. Только оно мне помогло. Чтобы вы знали, да. Я и говорю о плюсах и минусах. Ой, так жарко. Так жарко уже, друзья. И мне жарко от того, что я бегу. Ашки мой спит. Я отключаюсь рано, я просыпаюсь рано. Просто замечательно. Смотрите, какое море сегодня спокойное. Но оно, видите, уходит уже. Видите, как отходит море? Уходит, отходит. Отлив. Раньше было все здесь море. И там же также и пляж. Так же пляж. Вот. Такое интересное видео. И спереди, и сзади вы все увидите. Вам же интересно, не так ли? Готовится так. Там пикник. Конечно, сегодня такая замечательная погода. Все на пикники тоже пришли. Ой, какая красота у нас. Весна пахнет весной. Сегодня наш лидер поздравил всех с днем весны. Написала, что в Москве весной пахнет. Я, кстати, постриглась. Я не сильно так изменилась. Я просто хочу сейчас немножко их отращивать, да? Форму придала. Вон Катюша иди. Вон Катюша ждет меня с Андреечкой. Вот, что они делают, интересно. Пенсионеры. Видите? Вот. Зарядкой занимаются. А здесь открыли дом пенсионеров. Вот. И тут они собираются. Ой, Сандрочка на роликах. Мне так хотелось вернуться и побыть возле моря. Все скамейки заняты, как назло. Прогуляться по набережной, насытиться. Нас сегодня было двое, девчонки остальные не пришли. Мы с Катюшкой так хорошо поболтали. Сандрочка не дала нам скучать. Такое грязненькое море сегодня. Не всегда оно должно быть чистенькое. Вот. Замечательная погода, красота. Нам надо тоже с мужем купить кресло. Кстати, я сейчас хочу пройти вот здесь и чем заняться. Смотрите, даже на роликах катаются. Когда кто-то катается на роликах, я приветствую. А надо нам с мужем, хочу узнать насчет фитнес-клуба. Сколько стоит абонемент и во сколько... Я сейчас все узнаю здесь в фитнес-клубе, пойду. Хочу с мужем начать заниматься спортом. Все ради него, чтобы он бросил курить. Кстати, я вам раньше в предыдущих видео рассказывала, что я вам хочу что-то сообщить касательно моего здоровья. Вот, могу сообщить вам касательно моего здоровья, что я бросила курить. Для многих, может, это было странно, но я баловалась. Да, а зачем скрывать то, что есть? Ну да, на камеру я не люблю такие вещи. Лично мое дело, поэтому для многих это будет сейчас неожиданностью. Но... Так что вот, мои дорогие, сколько дней я уже вообще не балуюсь. Уже сколько дней?
скажем, с 17 числа. 17 числа не балуюсь. И хочу, чтобы мой муж бросил курить. Для этого ему нужно, наверное, позаниматься спортом. Поэтому я предпринимаю все шаги, чтобы вернуть мужа к здоровому образу жизни. Что у Светланы сегодня на обед? Такая красота, да? Рыбка – это одно, а эти я решила, я не знаю, как они потушатся без проварки. Ну, и спанак он потушится, а это, наверное, добавить надо маслица сливочное сюда. Прикрыть крышкой, и оно будет тушиться. Ой, вкусно будет у меня обед сегодня. Как я вам могу не показать мой королевский обед? Сегодня у меня такая рыбка. Вот это не картошка, это корень сельдерея. Брокколи и шпинат. Такая тарелка салата. Ну а также вот мой любимый салат, капусту. Надо завтрак на базаре купить, капусту еще заквасить. Я просто без него не могу. Так, эту тарелку надо съесть обязательно. Ну, в общем, все надо съесть, друзья мои, чтобы на сутки хватило. Кстати, я сдала анализы, и В12, витамины группы В, кальций, калий, все в порядке у меня, слава богу, и железо, и все. Только небольшие изменения. Есть холестерон, холестерин у меня видно, до этого был повышенный, но сейчас падает, потому что... И вот поэтому там были такие показатели. Но я в последнее время, почему я начала следить за здоровьем, потому что я почувствовала какие-то симптомы неадекватные. И поэтому я решила вот пересесть на такое правильное питание, кето-диету с интервальным голоданием. Сахар у меня даже пониженный, замечательно. Все данные нормальные, так что идем к цели, идем к здоровью своему. Буду я кушать, мои дорогие. У меня как раз 3 часа обед. Кайф. Настоящий кайф, потому что такой вкусный обед, пока не остыл, надо есть. Доброго вечера, мои дорогие. Сашка, мама с его другом решили прогуляться. Они каждый день гуляют, я решила, неожиданно. Хотя у меня сегодня был такой день насыщенный. Я генерировала кухню свою. Посмотрела, солнце присветило, мама дорогая. Поэтому решила привести в порядок. И потом приготовила ужин для мужа, покормила, и я сказала, я тоже хочу с вами пойти. Такой у меня сегодня был вкусный обед. Даже не могу понять, от чего я такая сытая. Я поела много салата, я поела овощей, а море какое, видите. Я поела овощей, брокколи, спанак и сельдерей корень. В понедельник обязательно куплю, мне очень понравилось. А вы таким образом жарили, как картошку, сельдерей? Расскажите, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Вот, и в принципе съела половину рыбы, не могла съесть всю. Яиц у меня сегодня не было, только салаты и все. Вот чем надоедаю все. Такие дела. Немножко расстроилась из-за анализов, но потом осознала то, что я правильно сделала, что начала следить за своим здоровьем, потому что последствия были бы плохие. Я вовремя остановилась. Вот. Всем привет, мои дорогие! Посмотрите, какая у нас замечательная погода! Замечательная погода у нас сегодня, солнышко. А я замерзла внутри, потому что там чем-то занимаюсь. Сейчас покажу вам, чем я занимаюсь. Сегодня я решила поголодать. Голодание. Столько слушаю информации сейчас, столько смотрю видео врачей и всех, что голодание к плохому не приведет однозначно, только улучшит мое состояние. Какое состояние?
чтобы я была здоровая, красивая, счастливая. Вот, наверное, сейчас скоро пойдем погуляем с мужем, сделаю сегодня часовую йогу, обалденно. Вот знаете, энергии полно, как всегда, сделала макияж, такая красивая, поговорила с партнерами, накормила Ашкима, он пришел с собрания. Сейчас я делаю кокосовое масло, откуда этот кокос, вчера Ашкима купил для Мавиша. Ой, покажу вам, что он приготовил. Что он изобрел? Вот этот мавиш и шекер. Это принцесса. Кто не знает, кто только что зашел на мой канал. Так, смотрите. Мой муж. Видите, какой он молодец. Посмотрим вечером, как они оценят это все. Ну вот, такое приготовил. И что-то старается сделать еще. Что-то он старается, работает, работает. Посмотрите, какой бардак мне сделал на кухне Ашкым. Что-то работает. А я вот здесь работаю. Из этого кокоса хочу сделать кокосовое масло. Уже приготовила себе воду и буду пить чай. Ну вот, такие у нас планы. Вот такая стружка у меня получилась. Я уже ее немножко подсушу сейчас на солнышке. А потом в духовке. Мой муж сказал, еще хочет купить. Кокос. Кокос. Для чего? Для птичек что-то хочет делать. Масло будет через 12 часов у меня. Вот. Мужу своему готовлю с картошкой, хочу соус ему. Здесь я ему приготовлю цветную капусту. Салат. Вот такой вкусный у него обед будет. Еще вчерашний есть плов. Цветную капусточку сварю ему вкусненькую, салатиком. Вот так вот будет он сегодня кушать. А мне абсолютно ничего не хочется. Я пью ромашку. С чем я пью еще? С лимоном. Вот. Что за шум у нас? Что за музыка? Свадьба во дворе, свадьба. Погулять, друзья. Жених, жених. Вот и жениха показала вам, а я пошла гулять. Очень много людей. Конечно, погода хорошая, а море какое. Я, в принципе, должна уже возвращаться. Должна купить хлеб для мужа. Мне и нахожу достаточно этих шагов. Я чуть-чуть посижу. 5 минут. Помечтаю, как вы думаете. Ай, посмотрите, какое море. Красота. А вот и я, мои дорогие. Как проходит мой день голодания? Замечательно. Пить хочу, кушать вообще не хочу. Только хочу попить. Взяла сегодня такой кошелечек. Бабаджи мне привез. Вот. Можно уже идти. Друзья мои,
Смотрите на эту любовь. На эти поцелуйчики. Аж кем придумал сегодня сюда это повесить. И тут что-то они не на шутку начали. А вот еще вот он придумал. Видите, сделал такие карусели или что, не могу понять. Вот шикер. Все троем к этому домику. Но шикер никого не подпускает. Чувствует себя хозяйкой. Повыбрасывали, внутри была маска и салфетки. Все они повыбрасывали, видите? Мешает им. Ашкем весь день что-то им делает. Это сделать тоже надо сообразить. Из этого кокоса я приготовила себе масло. Завтра буду смотреть. А тут веток понаделал сколько, вы видите? Одни ветки, дышать негде, место. Вот, что-то он сегодня весь в делах. Это я беру, видите, как к вечеру у меня здесь грязновато, и там все надо мыть, все. Каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же, мои дорогие. Но они такие сладкие, смотрите на них. Сладкие. Целуется еще. Ой ты, боже мой, он ей чешет головочку. Ой ты, мои сладенькие. Мои птичечки. Чешет он ей, почувствует все. Аж она кайфует-то как, смотрите. Как она кайфует. Любовь-морковь.